Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 26 апреля, день Артемона, назван в честь святого священномученика Артемона. Царствование Диоклетиана, возникло великое гонение на христиан, от них требовали поклонения идолам. Святой Артемон ловил диких зверей словом Христовым, и за ним следовало 2 оленя и 6 диких ослов. В это время его поймали и связали. Он же послал зверей к епископу. Звери пришли к нему, и олень сказал человеческим языком, что Артемона поймали и ведут на мучение за Христа. Одно из чудес, которое сотворил святой Артемон, было уничтожение змей в храме бога Асклепия. В этом храме жили змеи, которым раз в год приносили жрецы сладкую пищу. Святой Артемон смело пошел к этому храму. Змеи, точнее заключенные в них злые духи, не унося приближения одаренного силою Христову Артемона, подняли страшный свист и смятение в храме, так что он колебался точно дерево от ветра. Видя это, народ бежал от страха. Святой Артемон приблизился к дверям и, сотворив крестное знамение, безбоязно вошел внутрь. Змеи сделались неподвижны. Святой обратился к истинному Богу с такой молитвой: «Господи Боже мой, через раба своего Даниила, сокрушивший вавилонского вила и змея убивший, ты и теперь силою твоею через меня грешного сокруши главы змей сих, чтобы прославилось твое святое имя». Артемон приказал змеям следовать за ним, вышел вместе с ними вон. Увидев вышедших из храма змей, народ пришел в ужас и бросился бежать. Святой Артемон дунул на змей, и они тотчас стали мертвы, простершись пред ногами его, как пораженные молнией. Один из них был так велик, что имел 5 локтей в ширину и 25 в длину. Народе считалось, что сегодня трава медуница обладает целебными свойствами, поэтому отправлялись в лес на ее заготовку. Расцветала медуница одновременно с подснежниками. Медуницу также использовали в приготовлении еды, добавляли в салаты. Сегодня также молились святой Фомаиде. Народе считали, что она помогает избавиться от блудных страстей. Фомаида жила честно в большом доме с мужем и стариками-родителями. Свекр положил на нее глаз и хотел склонить к греху, урожая расправы. Она смело ему ответила, что если даже рассечет ее на части, то она никогда не согласится на такое беззаконное дело. Свекр мечом разрубил ее на 2 части. Зацвели сады. Алыча и абрикосиня. Вот такой я на сегодня. На сегодня.